Вот такая ерунда вылезла, ребята. Третий век у детеныша вылезла. Вот скажите, с чего, а? Совсем крошечный ребенок, вообще крошечный метистойчика. И вот такая вот ерунда у нас вылезла. Да, ребенок? Вот так. Очень крошечный ребенок. Просто очень он. Видите, ладошка. Она метистойчика девочка. Ой, ты мой ребенок. Нужна срочная операция, ребят. Нужна просто срочная операция. Сюда выбросили в пакете маленьких щенков. Залезла, вытащила пакет. Вот. Спрятала пока малышей сюда. Под дождик, под дождя. Вот они маленькие. Выбросили вас. Вот таких маленьких заек выбросили на мусорку. Пакетик по-живодерски. Вот бегут мамочку, ищут, кушать хотят, наверное. Открыто одного. Эти маленькие. И вот они. Прятали, замерзли. Серенький поселенник. Маленькие. Вот такие они друг на дружке. Ай, вообще прижали. Вот те бутики. Сейчас мы вас в коробочку тепленькую кроем. Чтобы не мерзли. Вот здесь у вас какой. Поехал к себе в новенький дом пока. Вот, первый пошел. Ой, какой ты большой. Второй пошел. Третий пошел. Вот какой самый толстенький. Это маленький, худенький. Друзья, я все понимаю. Малышей жалко, щенят жалко. Но скажите только, ответьте мне на один вопрос. Если вам жалко, почему вы не положите хотя бы 100 рублей в коробку на одного щенка? Хотя бы 100 рублей. Ребята, скажите, на что мы должны кормить этих деток, которых вам жалко, и вы тащите их к нам под забор? Просто задайте себе этот вопрос. Чем нам их кормить? Как нам их спасать? 3000 животных. И из них около 500 малышей. А это значит, что в новом году, ребята, начнутся повальные стерилизации. Стерилизации, ребята. А теперь посчитайте, сколько на 500 малышей мне необходимо прививок. И узнайте, пожалуйста, в аптеке, сколько стоит такая прививка. Потому что приюту никто не делает скидку. И прививки мы закупаем так же, как и вы.
Я хочу, чтобы прежде вы, чем вы, подбрасывали щенят под забор приюта. Ребята, задайте себе вопрос, чем нам их лечить? Чем нам их глистовать? Чем нам их прививать, ребята? И чем их кормить? А главное, ребята, куда нам их рассадить? Ведь мест нет. Нет, ребята. 3000 животных в приюте – это предел. Это выше предела в 2 раза по нашим возможностям. Если вам жалко, по-настоящему жалко, возьмите их домой и спасите. Мы спасаем 3000. Сколько можете спасти вы? За что вы так с нами, люди? За что вы вашей добротой создаете нам условия ада? За что, люди? Скажите. И сколько может выдержать человек, когда его постоянно грузят и грузят и грузят маленькими, но очень сложными проблемами? Ведь чтобы вырастить малыша, сколько труда надо для этого? За что вы так с нами, люди? За что? Thank you.